Я вам завидую чуть-чуть. Сейчас пройдет часов 12, сколько езды, да? 36. 36? Слушайте, я думаю, вы все самовары распечатаете в вагонах. Пряники не съешьте, все-таки для гостей. Сами-то привыкли, и пастилу, и это. Договорились? Да, точно. Менять потом начнете там на это. На африканских каких-нибудь. Вообще, честно, ребят, вам повезло, конечно, несказанно, я вам серьезно. Я понимаю, что вы лучшие, победили. Вот, мне не довелось в свое время. Вот, лучше меня бы. Или там по-другому было. Все равно наша делегация самая большая, вы знаете, да? Да. Ну, не берем Москву, Москва это отдельно. Поэтому, честно говоря, мы будем за вас и руки держать, и аплодировать. Я думаю, все вы едете с балалайками, с гитарами, с инструментом, с плясками. Ну, это правильно, с Тульской. С Тульской. Да, с Тульской. Я думаю, вы будете лучше. Я в этом уверен. Спасибо. Вот. Спасибо. Вот и все. Не, я об этом, обратите внимание, я даже об этом не говорю. Я же пришел не напутствовать вас там. Там не пейте, туда не ходите. Взрослые люди все уже, че ж. Все взрослые. Мероприятие достаточно серьезное, международное. Ну, а наш край лучший, поэтому вы тоже соответствующим образом самые лучшие. Все будет вот так вот. Главное, чтобы все оказались живы, здоровы, без всяких заболеваний, без покалечивания, вернулись домой к мамам, к папам, к любимым, к друзьям. Потому что я смотрю, провожатых много, уже там вот слезы плачут уже, там уже синенький скромный платочек уже на груди, понимаете? Вот, все. Сестренка? Ну иди сюда, мы с тобой остаемся. Иди сюда, не плачь. Иди сюда. Не плачь. Вернется твоя сестра. Настроение хорошее у вас? Да! Ой, аж уши закладываются. А песня?